Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 25 рабочей тетради по русскому языку для первого класса автора Канакиной. Дорисуй буквы, прочитай название сказки Чуковского. Почему эта сказка так называется? Где зашифровано название сказки «Путаница»? Пу. Та. Ница. Почему эта сказка так называется? Эта сказка так называется, потому что в ней каждый зверь перепутал свой голос. Получилась путаница. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.